Привет, я Дарья Поздняк. Сегодня мы с вами нарисуем фасовое положение. В нем мы разберем основные моменты, на которые нужно обращать внимание при рисовании портрета. Я буду работать маркерами, чтобы вам было хорошо видно. Вы можете использовать любой материал для рисования, можете использовать карандаш, можете использовать какие-то мягкие материалы, можете использовать маркеры так же, как и я. Я буду вести работу двумя цветами, светлым цветом подготовительный рисунок и заливка больших плоскостей. И темным цветом потом в конце я буду прорабатывать некоторые моменты, акценты, на которые вам нужно обратить внимание. Итак, поехали. Сначала мы намечаем общее положение, общую форму без прорисовки особых деталей. Намечаем легкую форму, легкой линии, не боимся сейчас количества линий. Я специально вам буду рисовать много линий, чтобы вы этого не боялись. Это хорошо, что их много. Поэтому мы будем использовать более темный цвет, чтобы легкие линии уходили на задний план, а темные линии проявляли главное. Значит, я сделала легкий набросок и провела вертикальную линию, центральную, так как это фас, чтобы у нас портрет был симметричный. Смотрите, в портрете всегда будут три одинаковых части. Это от начала роста волос до бровей одна часть, вторая часть от бровей до кончика носа и третья часть от кончика носа до подбородка. И эти три части будут всегда одинаковые. Раз, два, ну или почти одинаковые. В общем, вам в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы они были одинаковыми. А если даже у человека есть какие-то сильные диспропорции, что бывает очень редко, все равно я вам на начальном этапе советую придерживаться этого правила, чтобы приближать эти части лица к... чтобы они были одинаковыми. Теперь я более подробно прорабатываю, чтобы вы не потерялись в моих линиях. Я сейчас сразу посажу какие-то моменты, посажу глаза, посажу нос. А более подробно части лица мы будем проходить на других занятиях с вами. Но сегодня я, конечно же, также буду рассказывать. Просто более поверхностно, потому что сегодня наша тема – это пропорции в фасовом положении. Так, 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 не влезают у меня губы. Губы буду поднимать. За количество линий не переживайте, я поэтому специально рисую маркером, чтобы вам было видно, что я эти линии потом не буду удалять, никаким образом не смогу их удалить, и при этом все равно будет хороший набросок. Итак, и уши. Уши. Уши и шея. Так, хорошо. Сейчас осталось мне наметить глаза. Садить глаза, и потом я вам более подробненько расскажу про все моменты. Так, так, так. Ага, хорошо. Смотрите, еще раз пройдемся. У нас есть три одинаковых части: конец роста волос и брови, брови и кончик носа и подбородок. Вот здесь немножко опущу, чтобы они были похожими. Так, и я вам залью вот эти области сейчас под бровями. Сразу же залью тоном, чтобы выделить.
Так как свет в любом случае на портрет всегда падает, если он специально не выставлен каким-то художественным образом, всегда падает сверху и может быть какой-то стороны. У нас в данном случае свет будет идти прямо с лепитчику в лоб и как бы сверху. То есть в любом случае все поверхности, которые отвернуты от света, они будут в тени. Это будут, значит, вот эти вот места под бровями. Это будет вот эта площадка носа нижняя. Это будет верхняя губа. Так, и это будет площадка под нижней губой. Так, в принципе, вот такая примерно у нас форма получилась. Чтобы вы сейчас не потерялись, мне придется прорисовать глаза более подробно. Вот так закрасим радужки, чтобы был виден общий силуэт. И давайте закрасим волосы. Сейчас я пущу музыку, чтобы вам не было слышно, как противно скрипит маркер. Итак, смотрите, я сделала набросок. Чтобы вам было видно эти плоскости, я закрасила, чтобы вам лучше было видно. Шея в основании имеет круг, цилиндр. Вот такое вот основание у шеи. Из него вот так вверх растет шея. Поэтому вот эти линии я немножечко вот так загибаю. Итак, смотрите, теперь мы зальем боковые стороны лица. У нас есть передняя сторона лица, а есть вот такая передняя, скажем, горизонтальная, а есть вот такие стороны лица, которые идут под наклоном. И это мы сейчас сделаем, чтобы вы понимали, как эти плоскости от вас отворачиваются. Это очень важно, потому что на них происходит слом светотени. И это очень важно понимание для рисования портрета. Вот наши боковые стороны. Уши. Еще нужно прорисовать уши. Уши, как правило, в фасовом положении, они будут ухо по высоте такое же, как расстояние от брови до кончика носа. И оно будет примерно на вот этом расстоянии, может быть, чуть-чуть ниже. Это, конечно, немножко зависит от того, как человек на нас это лицо поворачивает. Он же не просто на нас фас сидит, у него может быть чуть наклон в одну сторону или чуть наклон в другую сторону. Но уши все равно по высоте, смотрите, чтобы они были так же, как вот эти трети, такого же размера примерно. У меня ухо будет вот здесь. И обязательно следите за симметрией, то есть поставив какое-то пятнышко с одной стороны лица, мы его тут же ставим на другой стороне лица. Так, и я забыла залить боковые стороны носа. Нос у нас представляет из себя такую вот форму, где верхняя сторона, обращенная к свету, от него идут вот так две боковины под наклоном, и также под наклоном вниз идет нижняя часть. А более подробно о частях лица мы будем говорить с вами обязательно еще на занятиях, не волнуйтесь. Итак, основные
массы мы нарисовали. Давайте я немножечко более подробно нарисую глаза, и мы перейдем к более темному маркеру, к обсуждению уже деталей. У глаз вот здесь будут слизнячки обязательно. А слизнячок не должен наезжать на вот эту вот площадку носа, боковую. По-хорошему, между слизнячком и этой площадкой должно быть маленькое расстояние, хотя бы маленькое расстояние, оно может быть и большим, но наезжать оно вот сюда не может. Рисуем обязательно симметрично. Там нарисовала, здесь рисую, с этой стороны. Нижнее веко отмечаю. Смотрите, когда мы рисуем глаз, мы не проводим вот эти все внешние линии. Мы стараемся этого не делать. Сейчас более темным маркером я буду прорисовывать, вам еще раз на это обращу внимание. Итак, глаза мы наметили. Теперь я беру темный маркер, поярче, чтобы вам было хорошо видно, и начинаю прорисовывать еще раз глаза. Смотрите, значит, слизнячок, верхнее веко. Верхнее веко – линия, по которой растут ресницы. Его можно очертить полную его длину. Это можно и нужно делать. Дальше. Я обвожу радужку и рисую зрачок. Зрачок, чтобы взгляд был естественный, зрачок желательно прилепить к вот этой линии верхнего века. Так, то же самое я рисую у второго глаза. Более подробно про глаза с разных ракурсов мы еще будем говорить. Так, века прорисовала. Слизнячок прорисовала, зрачок прилепляю к верхнему веку и рисую силуэт радужки. Итак, смотрите, теперь границу верхнего века вот здесь мы ее полностью вот так вот обрисовывать не будем. Это не хороший прием, я не советую его использовать никогда. Потому что это сделает ваш рисунок плоскостным, не даст ему объем, и глазки такие будут рыбками плоскими, некрасивыми. Это веко можно подчеркнуть вот в этой части одной линии, которая не будет доходить до конца. И здесь также подчеркнуть симметрично. Потом нижнее веко. Нижнее веко лучше прорисовать другим цветом, более светлым. То есть его лучше не делать таким активным цветом, как мы только что рисовали. Я еще раз вернусь к розовому и пройдусь еще разочек. Вот, я прорисовала верхнюю границу нижнего века. Теперь я рисую толщинку этого нижнего века. Видите, вот здесь вот сбоку. Опять же, я не тяну эту толщинку по всему. И я рисую нижнюю часть нижнего века. Вот здесь тоже сбоку, не тяну ее по всей длине. И сейчас я вам более темным цветом это подчеркну, чтобы вам было лучше видно и понятней. Верхнее веко вот здесь, толщинку верхнего века. И вот здесь линию можно даже вот здесь немножечко поштриховать. Край века. То есть мы как бы намекаем на то, что у нас вот здесь идут линии, но мы их не продлеваем до конца, иначе будут мешки под глазами, будет нездоровый взгляд. Вот так это будет выглядеть. Смотрите, у нас получилось, что у нас есть верхнее веко, есть часть как бы внутри глаза там с радужкой, зрачком и так далее. Есть вот сюда выступающая ступенька, толщинка века нижнего. Есть вертикальная часть, это наш вот нижнее веко, высота нижнего века. Сейчас я вам ее немножечко закрою, так как она тоже сейчас подсохнет, то расплывется попозже. Так, брови. Я могу нарисовать брови пока что. Пока у меня там сохнет. Брови всегда старайтесь сделать какой-то интересной формы. Смотрите за их изгибами. Таких прямых, прям совсем бровей обычно не бывает. Обычно они все-таки имеют какую-то форму. Так, вот. Бровь вот здесь, она потолще.
вот сюда краешку, она чуть потоньше. Ну, это зависит, конечно, от того, кого мы рисуем, мужчину, женщину, насколько сильная разница. Тут уже смотрите индивидуально. Вот эти части я немножко подсохла, но не совсем. Вот эти части я немножечко розовым тоже утемняю. Так, перейдем к носу. Значит, вот эта верхняя площадка прямая, которую я вам говорю, которая повернута к свету. В зависимости от того, есть там горбинка, нет там горбинки, она может быть немножко разной формы. Мы возьмем какую-то стандартную форму. И вот здесь нос переходит в вертикальную, вот в эту отвернутую площадку. Обязательно наметим. Обязательно наметим ноздри и вот этот силуэт носа. Замыкать его не обязательно. Вот здесь. Это по желанию. Опять же, смотрите, какие линии лучше выделить, какие линии лучше не обращать на них внимания. Вот. Чтобы подчеркнуть, что вот эта площадка у нас уходит от нас, что она как бы перпендикулярна, можно сказать, мы ее поштрихуем. Так, вот, мы с вами сделали нос и глаза. Давайте теперь пойдем к губам. Немножко губы низковаты. Еще чуть-чуть попробую их приподнять. Так, губы рисуем. Вот здесь можно какие-то кончики или точечки в конце сделать. За губами следите за их силуэтом, потому что губы у всех разные, как они изогнуты. Но действует тоже правило, что в глазах. Смотрите, верхнюю линию губ я могу обвести, точки какие-то поставить, могу какие-то акценты сделать. А нижнюю часть губ мы полностью тоже не прорисовываем. То есть мы берем вот эту среднюю линию и можем ее как бы свести на нет. Лучше не замыкать полностью губы, а то тоже будут они вырезанными. Можно даже вот здесь было еще оставить пустоты, такие расстояния. А я мазнула нечаянно. Но это не важно. Главное, у нижней губы не замыкайте. Иначе будет вырезанные губы без объема, потом тяжело будет очень доказать их объем. Нижняя площадка под губами, мы ее тоже штрихуем, чтобы она от нас как бы отворачивалась. И губы сами можем тоже поштриховать, чтобы вам хорошо было видно, какие площадки у нас как бы от нас отвернуты. Так, и теперь идем к силуэту лица. Уже более темным цветом, чтобы вам лучше было видно. Рисую, стараюсь симметрично. Даже если у человека есть какие-то кривости в лице, вы все равно стараетесь его нарисовать более-менее симметрично, потому что в жизни мы все несимметричны. Но если вы будете криво, несимметрично людей рисовать, то на рисунке это будет супер заметно, и никто вам не поверит, что человек на самом деле такой. Просто будут думать, что у вас кривой рисунок. Немножко вот эту линию подправляю, как там волосы растут, уже более живой линией. Так, и иду опять возвращаюсь к ушам. Чтобы уши сделать на одном расстоянии. Так. И пытаюсь повторить. Всегда рисуйте симметриями. Если вы начали с одной стороны лица что-то рисовать, обязательно рисуйте сразу с другой.